Всем привет, друзья! С вами снова Кот. Продолжаем проходить миссию от подписчика. Следующая миссия называется «Орлиная атака». Кинжал-1Б говорит Кинжал-1. Кинжал-1 говорит Кинжал-1Б. Отвечайте, прием! Внимание! Капоне хочет воспользоваться полученным преимуществом и захватить единственный аэродром Скиры, прежде чем китайцам прибудет подкрепление. Остальные члены Кинжала-1 в настоящий момент движутся по дороге к юго-западу от вас. Ваша задача – обеспечить противотанковое прикрытие для членов Кинжала-1, направляющихся к аэродрому. По последним данным разведки, у аэродрома сосредоточены БТР тип 97. Их точные координаты неизвестны. Вы должны найти и уничтожить эту технику прежде, чем с ней встретится Кинжал-1. Как слышите? Кинжал-1. Говорит Кинжал-1Б. Вас понял. Конец связи. Так, бойцы, мы отправляемся на охоту. Наша задача — найти все вражеские БТР в этом квадрате и уничтожить их, прежде чем они встретятся с нашим конвоем. Если конвой будет уничтожен, операцию свернут. Пора приступать. Выдвигаемся. Так, а где их искать? Ага, примерно тут. Почти рядом. Но в любом случае в ту сторону. Кинжал-1. Говорит Кинжал-1Б. Внимание! Два БТР тип 97 приближаются к аэродрому по главному пути снабжения. Занимаем огневую позицию. Конец связи. Вас понял, Кинжал-1. Удачной охоты. Конец связи. Где они? Я их даже не вижу. А, вот. Так они не приближаются. Они на месте стоят. Готовый. Еще одна цель. Минус. Неудобный прицел. Ну ладно, начинаем. Вообще-то могли бы и прикрыть. Минус. Неплохо. Кинжал-1. Говорит Кинжал-1Б. Мы уничтожили оба БТР. К северу по дороге все должно быть чисто. Кинжал-1Б говорит Кинжал-1. Вас понял. Молодцы. Отправляйтесь на юг и объединитесь с остальными членами Кинжала-1. Как поняли? Говорит Кинжал-1Б. Вас понял. Кинжал-1Б, внимание! Кинжал встретил многочисленную вражескую пехоту у развалин на юге. Минометные группы ожидают сигнала к атаке. Узнайте координаты вражеских позиций и отдайте сигнал минометчикам. Как поняли? Кинжал-1. Говорит Кинжал-1Б. Передать координаты для минометного удара. Вас понял. Конец связи. Внимание, бойцы. Мы выдвигаемся. Конвой остановился из-за вражеских позиций вдоль дороги. Мы поможем минометчикам порвать их на части и освободить путь к аэродрому. Вперед! Где-то рядом. Кажется, это враг. Готовый. Это свои. Да он тут был не один. Так, нужно использовать эту пушку.
А вот и противник. Кинжал 1Б, говорит Кинжал 1. Ваша цель — диспетчерская башня на юго-востоке комплекса аэродрома. Судя по всему, там находятся наблюдатели противника. Ваша задача — уничтожить их, а затем устроить в диспетчерской башне наблюдательный пункт. Как поняли? Прием. Кинжал 1, говорит Кинжал 1Б. Захватить диспетчерскую башню. Вас понял. Прием. Кинжал 1Б, говорит Кинжал 1. Как можно быстрее захватите цель. Минометы противника представляют серьезную угрозу для Кинжала 1. Если потери будут слишком большие, операцию свернут. Как слышите? Прием. Кинжал 1, говорит Кинжал 1Б. Вас понял. Выдвигаемся. Конец связи. Отряд, внимание. Мы прорвемся через аэродром и захватим диспетчерскую башню. Там засела группа наблюдателей противника, заправляющие минометы. Если мы не доберемся до них первыми, и нас, и Кинжал-1 порвут на куски, а операция закончится быстрее, чем начнется. Шевелитесь! Далеко до нее бежать. Учитывая то, что туда еще с боем пробиваться надо. Два противника. Да что такое? Минус. Повезло. Какая-то херня тут перед глазами маячит. Ну, дохни. Готовый. Да сколько вас там? А, ну это ж китайцы, их и должно быть много. Минус. Готовый. А, их там двое было, нифига себе. БТР хоть бы туда пострелял. Ну ладно, хоть туда. Хоть какая-то польза будет. Вот, давно пора. Все, уходим отсюда. Вот и вышка. Так, надо убирать это дерьмо. Здесь вроде противника зачистили. Можно попробовать двинуться дальше. О, нифига себе зачистили. БТР мог бы и сюда заехать. Вообще идея плохая. Зайдем с этой стороны. Противнику вышки. Минус. Кажется, один ушел, один готовый. Ладно, хрен с ним. Ушел и ушел. Другие добьют. Минус.
Готовый. Еще один там прилег. Да сколько вас там будет тысячи? Кажется, этот все. Готов. Добиваем остатки. Так-то тут их неплохо положили. Готовый. Ага, еще один. Меткий стрелок, блин. Готов. Ну все, теперь-то спокойно бежим к вышке. Две цели было. Минус. Еще один. Ни хрена себе. Неожиданно как. Сам виноват. Минус. Даже трое тут их было. Идем наверх. Только аккуратно, там тоже могут быть. Нет. Значит, остались в другом месте. Надо спуститься вниз и дверь налево. Как я и предполагал. Готов. Вот и все. Кинжал один. Говорит кинжал 1Б. Башня захвачена. Наблюдатели ликвидированы. Кинжал 1Б говорит кинжал 1. Вас понял. Внимание! К вам приближаются вражеские войска подкрепления. Вы должны организовать наблюдательный пункт в диспетчерской башне у восточной дороги. Докладывайте обо всех противниках, передвигающихся по этой дороге. Как поняли? Говорит кинжал 1Б. Вас понял. Конец связи. Так, будем удерживать позицию и наблюдать за противниками на дороге. Китайцы уже приближаются. Приступаем. Кинжал 1. Говорит кинжал 1Б. Три механизированных отряда приближаются по дороге к аэродрому. Запрашиваю разрешение на удар в непосредственной близости от наших войск, прежде чем враг достигнет аэродрома. Прием! Кинжал 1Б говорит кинжал 1. Вы получаете разрешение. Указывайте координаты. Прием! Че, у них противотанковых ракет нету? По старинке, бомбами. Не люблю вот этим заниматься. Один выбил. Может и второй получится. Кинжал 1. Говорит кинжал 1Б. Цели уничтожены. Прием. Кинжал 1Б говорит кинжал 1. Внимание, в ваш квадрат вошла быстро движущаяся воздушная цель. Возможно, это ударный вертолет WZ-10. Как поняли? Кинжал 1. Говорит кинжал 1Б. Вас понял. Кинжал 1Б, вы должны уничтожить этот вертолет. Он представляет серьезную угрозу для десантных амфибий. Как поняли? Прием. Кинжал 1. Говорит кинжал 1Б. Не понял, сэр.
Каким образом мы должны это сделать? Кинжал 1Б, советуем вам разыскать вражескую зенитную установку и использовать ее, чтобы сбить ударный вертолет. Как слышите? Кинжал 1, говорит Кинжал 1Б. Вас понял, конец связи. Бойцы, к нам приближается ударный вертолет противника. Мы должны найти способ сбить его. Начинайте искать ящик с боеприпасами. Живо! Мы должны что-то искать, когда у нас в небе истребитель летает и штурмовик, у которых наверняка есть ракеты воздух-воздух. Ладно, может зениткой воспользоваться, если ей вообще можно воспользоваться. Ну, судя по звуку, самолет сбил этот вертолет. Говорит Кинжал 1Б. Внимание! Вражеский вертолет уничтожен. В воздухе чисто. Конец связи. Кинжал 1Б, говорит Кинжал 1. Поздравляю вас! Кобры направляются к вам. Удерживайте оборонительную позицию. Конец связи. Вас понял, Кинжал 1. Конец связи. Внимание! К нам летят наши кобры. Главное держаться. Ждем. Всем кинжалам, говорит Кинжал 1. Противник отступает с аэродрома. Вы все молодцы, морпехи. Спасательная группа уже в пути. Оставайтесь на месте. Конец связи. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кот, поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!